Привет, это арт-студия Единорог, и сегодня мы будем с тобой рисовать вот такую простую девочку. Ну что, начнем? Для начала мы нарисуем эскиз нашей девочки. Возьмем карандаш, в этой области нарисуем голову. Она овальная и к низу чуть заострена, похожа на яичко. Здесь мы нарисуем ушки, вот здесь у нас будет челка, глазки, реснички, бровки, носик вот таким треугольничком и ротик, вот такая улыбочка. Здесь я нарисую хвостики, вот такие наши девочки. Здесь у меня шея, теперь начнем рисовать платьишко и тело. Вот такой формы платья, рукава мы с тобой нарисуем кругляшками, такая пышная юбка. Ручки мы с тобой нарисуем в карманы, потому что ручки рисовать самое сложное. На фонариках, на рукавчиках мы сделаем такие складочки, и видно будет, что у нас рукавчики фонариком. Нарисуем воротник и пуговички. Здесь у нас будут ножки в туфельках. На туфельках мы нарисуем вот такие бантики. Вот, я нарисовала эскиз нашей девочки, теперь я обведу весь эскиз маркером, очень аккуратненько, не торопясь, обводим полностью наш эскиз маркером, стараемся ровно рисовать, если не успеваем, ставим на паузу, рисуем аккуратненько, а затем продолжаем смотреть видео. Вот на челочке нарисую волосы маркером, обвожу платье, рисую пуговицы. Полностью обвожу все. Складочки на рукавчиках я рисую вот такими галочками. Карманы у меня не очень ровные, я чуть-чуть поправила сразу же маркером. По низу волнистая линия, это у нас значит, что закладываются складочки. Обводим ножки, туфельки. Сначала обведем бантик, чтобы у нас было видно, что бантик сверху. Я нарисовала наш эскиз, обвела маркером. Теперь я сотру наш эскиз полностью и начнем раскрашивать нашу девочку. Лицо мы будем закрашивать вот таким бежевым фломастером. Если у тебя нет такого бежевого фломастера, просто не закрашивай, оставь белым. Или возьми, например, карандаш какого-то такого цвета. Мы закрашиваем руки, ноги. Волосы я нарисую коричневым цветом. Вот таким. Закрашиваю полностью челочку. И хвостики. Закрашиваю аккуратно, не вылажу за границы, и ты тоже так делай. Забыла закрасить шею. Вот, закрашиваю шейку. Также немножко посильнее этим же фломастером пройдусь там, где глазки, носик и по ушкам. Получится, что они у нас в тени. Возьму розовый фломастер и нарисую губки вот таким сердечком. Возьму еще посветлее розовый и нарисую щечки яблочками. Вот так. Смотри, какая миленькая девочка у нас с тобой получается. Возьму вот такой голубой цвет и закрашу все платье таким голубым цветом. Ты можешь выбрать любой цвет, какой тебе нравится.
Оставлю белым воротничок и кармашки. Закрашиваем аккуратненько, ровненько. Ну вот, я почти заштриховала наше платье, чуть-чуть совсем осталось. Теперь будем его украшать. Я возьму розовый фломастер и нарисую на кармашках сердечки. На одном и на втором. А на воротничке нарисую вот такие задорные точечки. Возьму несколько разных цветов. И буду рисовать горошки на платье. Хаотично в разных местах просто рисуем горошечки. Возьму другой фломастер. Они оказались очень близкими по цвету и почти не различить. Но я нарисовала другого размера, поменьше. Возьму фиолетовый и нарисую маленькие сердечки. Вот так. Такой принт у нас получается на платье. Закрашу туфли фиолетовым цветом. А бантики закрашу розовым. Возьму снова фломастер цвет платья. Вот такой. И немножко сделаю тень. Пройдусь еще разочек вот здесь, где складочки под воротничком. И вот здесь, где закладываются складочки. А также вот здесь под рукой у нас тень получается. Вот здесь около кармана. И вот здесь. Вот такая у нас красивая девочка получилась. Девочка, девочка, прям надеюсь, тебе тоже понравилось. Ну а на сегодня все. Пока-пока.